Вчера на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин вновь заговорил о денацификации Украины. Единственным высоким гостем этого заседания был президент Алжира, страны арабской и мусульманской. Несмотря на это, Путин почему-то таки начал взывать к солидарности мировое еврейство. Сегодня обсудим риторику Путина и, в частности, его выступление на форуме. Но перед этим короткая цитата. У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. А у меня много друзей россиян. Кто-то из них даже сидит сейчас со мной в студии. Порассуждаем же о том, кто позорит российский народ. Тысячи лет тому назад, во времена глубокой архаики, люди понимали время не совсем так, как мы в 21 веке. Прошлое у них запросто могло присутствовать в настоящем. Вот пример. Допустим, какой-то человек скачет куда-то на коне, а потом спешивается, идет на своих двоих биться с другим человеком и погибает. В далекой древности вся эта история могла быть проиллюстрирована одним лаконичным рисунком. Мертвый человек на коне. В наши дни подобное изображение может нарисовать маленький ребенок, который уже умеет говорить, но еще не научился осознавать, когда завершилось одно событие и началось другое. Каждый малыш в процессе развития и взросления как бы повторяет путь человечества от архаичного мышления к современному. Постепенно он обретает способность выстраивать временные последовательности и причинно-следственные связи. А к подростковому возрасту обычно перестает верить во всесилие Деда Мороза. А ваши все-таки отношения с Дедом Морозом как построены? Ваши желания выполняют? Мои отношения до сих пор строились благообразным образом. И я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. На протяжении последних лет Владимир Путин взрослеет как-то отрицательно, в другую сторону. Сначала его политическим кредо стала фраза, характерная для пубертата. «Почему американцам можно, а мне нет?» Затем президент России утратил способность отвечать за собственные решения. Оказывается, он напал на Украину только потому, что, видите ли, его вынудили. Потом и вовсе пошла тема, мол, а это вообще не я, Зеленский первый начал. И вот 16 июня 2023 года Путин показал образец уже совершенно архаичного мышления. На пленарном заседании Петербургского форума президент на полном серьезе, играя всеми мускулами лица, повел речь о своей борьбе против Степана Бандеры, Андрея Мельника, Ярослава Стецко, Степана Линкавского и других украинских националистов времен Великой Отечественной войны. Некто Степан Линкавский. Относительно жидов принимаем все методы, которые приведут к их полному уничтожению. Это чего такое? Знаете, я читал показания одного урода, да, из числа бандеровцев после войны, где он рассказывал о том, как он сам рассказывал, как значит, он и же с ним пришли и повели на расстрел еврейскую семью. И если с Дедом Морозом было понятно, что это понарошку, то вот с бандеровцами и мельниковцами все уже всерьез. Что творится в голове у Владимира Путина, доподлинно неизвестно. Но мы слышали, что он говорит. Что, в общем-то, отражение, по идее, того, что творится у него в голове. На форуме в Петербурге он дал понять, что воюет именно с той самой украинской повстанческой армией и с той самой организацией украинских националистов, которые действовали в Украине 80 лет назад. Внутри путинской риторики в 2023 году все еще продолжается год 43-й. И это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Такой тип мышления в наши дни характерен для некоторых предводителей исламских террористических организаций. В их риторике современные европейцы – это те самые люди, которые шли в крестовые походы на Ближний Восток. По их логике, соответственно, устроить взрыв в лондонском метро или кровавую бойню в парижском ночном клубе – это дело, благородное в связи с джихадом. Ну, ходили же в крестовые походы в дальних веках, а эти теперь вот. Уму непостижимо. Под руководством Владимира Путина российская армия бьет шахидами по украинским городам,
уничтожает в Украине жилые дома со спящими людьми. А в это время президент объясняет, что это он так воюет против Степана Бандеры и Андрея Мельника. Увы, то, что непостижимо уму, доступно нашим глазам и ушам. Десятки лет прошли с тех пор, как Бандера, Мельник и иже с ними сошли в могилу. Последним живым участникам УПА и ОУН сегодня под сотню лет. Но именно против них воюет Путин. Да еще и на полном серьезе зовет в союзники мировое еврейство и Израиль. Мол, вы же не забыли Холокост. А Израиль, кстати, действительно не забыл Холокост. В том числе и поэтому в Украину едут израильские врачи, медикаменты и гуманитарная помощь из Израиля. В американском мультсериале «Гриффины» неожиданный такой поворот нашего сюжета, есть забавный эпизод. Главная героиня, Лоис Гриффин, идет в политику и в ходе предвыборного мероприятия случайно находит беспроигрышный аргумент для электората. Сначала она говорит «11 сентября — это плохо», а потом просто повторяет со сцены «11 сентября — 11 сентября». Аудитория в восторге. 9/11 was bad. I agree with that. 9/11. 9/11. То, что в «Гриффинах» было гротескной политической сатирой на Петербургском экономическом форуме, воплотилось в реальность. Владимир Путин не пожалел времени, чтобы лично зачитать с листа антисемитские высказывания украинских националистов 40-х годов. А потом и вовсе включили видео, специально смонтированную для форума короткую документалку про участие украинских националистических формирований в Холокосте и в Волынской резне, в которой без цензуры демонстрировались обезображенные трупы и подробно и во всех деталях описывались пытки и издевательства. Я не знаю, сделали или нет, Дмитрий Сергеевич, я просил подготовить. Есть у вас на две минутки там какой-то материал должен быть? Если есть. Дима, слышишь меня? Поставь, пожалуйста. Сентябрь 41-го. Урочище Бабий Яр на окраине Киева. За два дня там были расстреляны 30 тысяч евреев. К расправе эсэсовцы активно привлекали бойцов из организации украинских националистов ОУН. Публика на форуме была в шоке. Но, к сожалению, никто из тщательно отобранных зрителей не задал логичный вопрос. Товарищ Путин, все, что вы тут рассказали, это ужасно и показали. По-настоящему чудовищно. Но что из этого следует? Вы зачем во вторник взорвали жилую пятиэтажку в Кривом Роге? 13 человек убили. Еще 9 в крайне тяжелом состоянии. Это они, что ли, в Холокосте участвовали? Это они Волынскую резню устроили? Сколько украинских городов уничтожено вашей армией? Не то что до руин, а до состояния лунного пейзажа. А сколько городов, в которых разрушены целые улицы и кварталы? Организация Объединенных Наций насчитала более 520 украинских детей, убитых в результате военного вторжения, которое вы устроили. И никто не знает, смогли ли они посчитать каждого второго или каждого пятого. Товарищ Путин, зачем вы нам показываете фотографии 43-го года? Как это вас сейчас оправдывает? Отдельно стоит обратить внимание, что закадровый текст, показанный участником форума документальной этой съемки, короткометражки, читает Дмитрий Киселев. Тот самый пропагандист, который призывал поставить памятник атаману-коллаборационисту Петру Краснову. Надо ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову. А вот самая известная цитата Петра Краснова. «Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру». Что интересно, в Ростовской области нашлись местные энтузиасты, которые на самом деле поставили памятник Краснову. О какой! Рай, что цитату только на постамент не прикрепи. Проведем же сейчас не один, а целых два мысленных эксперимента в связи с этим всем. Первый такой. Представим себе. Идет Пекинский международный экономический форум. А у товарища Си Цзиньпиня, допустим, с экономикой не все гладко. И надо внимание граждан переключить на внешнюю повестку. И вот товарищ Си начинает. «А знаете ли, — говорит, — сколько русских пошли на службу к нацистам во время Второй мировой войны?»
русский охранный корпус, дивизия вермахта «Русланд», русская освободительная армия Андрея Власова, русская национальная народная армия Константина Крамиади, наконец, 29-я добровольческая пехотная дивизия СС «Рона» под командованием Бронислава Каминского. А вы знаете, продолжает Си Цзиньпинь, что русские по Москве ходят с портретами этого самого эсэсовца Каминского, который в 1944 году так зверски убивал поляков в Варшаве, что даже немцы удивлялись. «Спасибо деду за попытку!» — вот что написано на этих портретах. Это значит, что они благодарят нацистов за попытку сбросить коммунистическую власть. А мы, значит, продолжает Си Цзиньпинь, китайские коммунисты, страшно этим обеспокоены. И ведь это у них там в России очень популярный лозунг. То была Москва, но не разовое то было мероприятие. Вот вам Самара. Тоже спасибо деду за попытку. Только на баннере не Каминский, а нацист Краснов. И его там славят на официальном уровне. Вон, Киселев, памятник. Кстати, Андреевский крест — это военно-морской флаг России действующий. А триколор русский — так и вовсе государственный флаг Российской Федерации. А знаете, кто еще использовал Андреевский крест и русский триколор? Правильно, всевозможные пособники нацистов и русские эсэсовцы. Отсюда следует логически обоснованный вывод, говорит Си Цзиньпинь. Народно-освободительная армия Китая должна немедленно вторгнуться в Россию, разбомбить Москву и Самару и всю Ростовскую область вместе с памятником Краснову, которого так любит путинская пропаганда. Ну, думаю, вы прекрасно понимаете, что все вышесказанное — полный бред. Но бред, составленный в точности по путинским стандартам политической дискуссии. Еще один мысленный эксперимент. Китай не уничтожает русские города вместе с мирными жителями за то, что какая-то часть русских перешла на сторону гитлеровцев 80 лет назад. Обеспокоен он ядерной бомбой или еще чем. Короче, не делает этого. Вместо этого Китая ждет еще 80 лет. И в 2102 году внезапно показывает всему миру страшные кадры разрушенных российской армией Мариуполя, Марьинки, Волновахи, Попасной, Солидара и Бахмут. Фотографии тел убитых украинцев в Буче и Ирпене. Последствия ракетных ударов по жилым домам в Киеве, Харькове, Умане, Часовом Яре, Днепре, Кривом Роге и Чернигове. А также последствия от разрушения Каховской ГЭС. И немного российской пропаганды с ее призывами заморозить украинцев холодом и оставить их без света. Затем, после публичной демонстрации всей этой фото- и видеохроники, Народно-освободительная армия Китая вторгается в Россию. Зачем? Чтобы воевать против Владимира Путина, Сергея Шойгу и Сергея Суровикина, которые устроили всю эту страшную бойню в Украине. Ведь в 2102 году это так актуально. На этом мысленные эксперименты наши завершим и вернемся к реальному миру. Напомню, речь в нашем видео идет о Петербургском международном экономическом вроде как форуме. Запомнится он, конечно, не экономикой, а путинским противоборством с Бандерой и самодеятельными выступлениями в стилистике сельской ярмарки. Вот это да, друзья! Вот это да! Давайте поаплодируем! Ну, 18-й год, это настоящий кипятильник сейчас делает Михаил Щербаков! Но справедливости ради, об экономике Путин тоже поговорил. Причем в интересной манере, похожей на его выступление на конференции по вопросам изменения климата в Париже аж в 2015 году. Мы перевыполнили свои обязательства по Киотскому протоколу. С 1991 года по 2012 год Россия не только не допустила роста выбросов парниковых газов, но значительно их уменьшила. Благодаря этому в атмосферу не попало около 40 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа. Сейчас-то, конечно, забылось, но тогда даже пропутински настроенные граждане шутили. Еще никто и никогда не преподносил упадок российской промышленности в столь выгодном свете. Вот примерно то же самое и на Петербургском форуме в этом году. Очень бодро Путин рапортовал о рекордно низкой безработице. Конечно, безработица снижается, когда у тебя граждане трудоспособного возраста убегают за границу, погибают на фронте и становятся там инвалидами. Можно сделать безработицу и вовсе нулевой, оставить в стране только пенсионеров и инвалидов. Заодно еще и бедность победить, если убить на войне всех бедных. У нас вчера на канале «Объектив» как раз вышел материал «Страна на пороге демографической катастрофы».
Сначала пандемия, потом война, мобилизация и две волны эмиграции, крупнейшие со времен распада СССР. И в результате самый острый кадровый дефицит за весь период наблюдений в Новой России. Специалистов не хватает в IT-сфере, в металлургии, в машиностроении, горнодобывающей промышленности и так далее. Зато счастливый дедушка рапортует о снижении безработицы. Много было сказано и про уход из России западных компаний. Передам смысл коротко. Во-первых, с скатертью дорога. Во-вторых, вернитесь, пожалуйста. Да, смысл был именно такой. Сказал ли Владимир Путин за неполные 3 часа хоть что-то разумное? Как ни странно, да, сказал. В потоке словоблудия промелькнуло одно меткое высказывание. Сейчас я его процитирую даже. Специфика политической системы в некоторых странах такова, что она выбрасывает наверх людей со слабой общеобразовательной подготовкой и низким культурным уровнем. Лучше не скажешь. До завтра.